Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и вы на канале Валерий Хаус. Сегодня мы играем в очередной типа инди-хоррор, короче, вот. Попробуем побояться, испугаться. Вот, игра бесплатная в Steam. И называется она Spooky Jump Scare Manson. Как-то так. Уровень с английского бог. Так, игра на английском. Игра на английском. Нас просят нажать Press Enter. Вот. Вот. И название выскочило. Так, у меня мышки нет. Окей, давай посмотрим, что у нас тут. Скип. Я не понимаю вообще. Короче. Где выход? Back. Back и давайте play. Play Endless моды какой-то, короче, нет. Давайте New Game. New Game. Понятно, разберемся. Разберемся по ходу. Итак. Спуки — это вот этот привидение, да? Милое привидение. Это, короче, ее дом. Типа, хочу сыграть с тобой в игру, да? Хочу сыграть с тобой в игру. Короче, я не понимаю, что это было больше. Говори по-русски. Окей. Инди-хоррор в стиле Майнкрафт. Да, такой вот. Все квадратное. Так. Допустим, заходим в дверь. Так, здесь можно сохраняться или что-то, нет? Первая комната у нас. Нам, я так полагаю, надо проходить комнаты, да? Первая комната. Давайте, вторая комната. Нормуль. Пока все нормально. Так, свечки, что там зажигается, нет? Бить, прыгать. Прыгать не можем, бегать зато можем. Так. Окей. Две двери. Куда пойдем? Лево-право, 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 лево-право. Давайте сюда. Пойдем влево. Всегда ходим налево. В любой непонятной ситуации ходи налево. Так, здесь что у нас? Ничего не открывается. Окей. Идем дальше. Третья комната. Четвертая комната. Еще кроватка. Разные кроватки. Так, мышь вроде нормально, да? По чувствительности все отлично. Так. И сколько ходить по этим комнатам? Он хотя бы не знает. О! Картина. Порванная картина. Тот сидел, любовался, и его достала серая картина, и он ее порвал, короче. Пошли дальше. Идем дальше. Седьмая комната. Может, в этих комнатах что-то надо делать, я не знаю. Что-то идем, никаких взаимодействий не делает. Какой-то ковер. Наверное, какая-то напольная игра здесь была. Или хрен пойми. О! Что-то новенькое, что-то интересное. Я думал, там лабиринт будет, а тут. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Так. Куча поворотов. Давай свернем. Заблудим сами себя. Ну, в принципе. Непонятно. Пока непонятно. Напрягает только. Ну, даже не пугает, а так напрягает только вот. Мелодия, да, вот этот звук. Такой нагнетающий. 13-я комната. О! Что-то новенькое, картина. Может, я не знаю, может, что-то делать реально надо. Нет. Ни интер, ничего не работает. Короче, вот такая картина. Окей. Хотя бы свечки зажигал, я не знаю. Всякие разные кровати, разноцветные, кругом. Что пугает? Где хотя бы один скример? Будет здесь скример?
или нет. По отзывам, короче, написано, типа, 10 из 10 скримеров там, либо, ну, как бы, положительные отзывы по игре. Ну, вот. Типа, 10 из 10 скримеров там. Я никогда так не пугался, типа того, знаете. Если вы любите там атмосферу и пугание от скримеров, эта игра для вас. Типа того, короче. Я что-то не вижу ничего. И... Воу! Погоди. Скелетунь. Может здесь бегать нельзя? Я что-то побежал, а сразу тут... А можно ударить его? Это же... Это больше не страшно, знаешь, это больше как-то мило. Милота какая. Страшная милота. Страшная милота. Может побежать? Или... Может бегать надо? И тогда нас будут пугать. Короче, за всю игру одного скелетона нашли, короче. Привидение скелетона. А где там страшные, проклятые... монстры японского типа, знаете, там. О-о-о-о. Звук поменялся. Звук поменялся. Значит что-то. Что-то сейчас будет, наверное. Так. У нас 31 комната уже, мы, в принципе. Еще ни разу не испугались. Вначале, когда скелетон вылез, это был не испуг, это было удивление. Так я удивляюсь. В чем проблема? Где хоть один черт, который нас напугает? Столько дверей, короче, я не знаю, я просто наобум. Рандомно просто иду, знаете. Без понятия. Что-то как-то скучно. Повешенный чувак. Как скучно как-то игра. Скучновато. Не знаю, до соточки тогда дойдем до комнаты. Хотя бы, не знаю, разнообразие, какие-то локации тогда бы уже сделал, чтобы посмотреть можно было вот так походить. Лицом пощелкать. Как мы... чувак, с которым я раньше работал, он сейчас уволился, как бы, он, ну, я в магазине бытовой техники работаю, и он, типа, это... люди, знаете, которые приходят там, просто посмотреть такие, ходят, как в музей, короче, по магазину ходят, он их называл лицатерами. Вот опять лицатеры зашли. Лицатеры зашли. Так, ладно. Может, факел можно взять? Нет? Нет. Не знаю, кирку бы дали тогда, хотя бы. Оу! Меня напугала кружка кофе какая-то. Улыбающаяся кружка кофе. Смотрите, какая милота. Меня напугала вот эта штукенция. Что за нафиг, а? Окей. Окей. Допустим. Бежим дальше. Так, тут записка. Записка какая-то, я ничего не понимаю. В ней я ничего не знаю, ничего не понимаю. Короче, хотите узнать, что там написано, и знаете английский, ставьте на паузу и читайте. Смотрите, новая локация. Окей. Котенок. Плачет, что ли, в коробке. Его куда-то увозят, наверное. Его перемещают, наверное, в приют. Поэтому он плачет. Сидит в коробке и плачет. Так. Значит, бла-бла-бла. Ставим на паузу и переводим, читаем. Оп! Игра сейвит. Здесь еще сохранение. Это сейв-рум, короче. Это реально сейв-рум. Полтос комнаты, сейв-рум. Так, поехали. А, это лифт. Это лифт. Ладно,
Сколько можно ехать? Мы спустились в ад. Да, еще раз сохран... А, нельзя сохраниться больше? Один раз. Один раз только можно сохраниться, короче. Видок как это, знаете, Resident Evil. Наверное, оттуда фишку взяли. Ладно, бежим дальше. Бежим дальше, еще полтос. Еще полтос комнат. И все. И усё. Клетки. Кто-то в этих клетках, наверное, сидел. Наверное, это... Котят держат в этих клетках. Так, туда мне не пролезть, да? Туда мне не пролезть. Идем дальше. Двигаемся дальше. Еще 50 комнат. О, что-то новое. Что-то новое. Так, стульчак. Стульчак, нам ничего не сделать со стульчаком. Короче, надо... Идем на свет. Идем на свет. Идем на свет. А здесь, походу, упасть нельзя. А может и можно, я не знаю. То, что я сейчас застрял там... Вот, смотрите, видите, я застрял. Походу, нельзя упасть. Но проверять, ладно, я не буду проверять. Так, куда идем? Угу. Сразу угадали путь, сразу угадали путь. Армур. Это, знаете, это... Типа... Пройди 1000 комнат. Оп! Зеленый осьминог. Зеленый осьминог привидения, да? Ну, что-то он меня не напугал. Не напугал. Меня чашка кофе больше напугала. О, зеленая жижа. Тот наблювал. Тот наблювал, походу. Так, погоди. А что с этой зеленой жижей? Что с ней делать? Тут пролил спрайт, кстати. О. Спутинг. И нафиг я ничего не понимаю. О! Вот смотри. Враги. Ауч. Слышь, погоди. Стоп. Я драться-то не могу. Уйди. Он будет теперь со мной бегать? Или что? О, он за мной бегает. Он за мной. А, вот эти жижи, короче, они замедляют, походу. Ладно, бежим. Отвали от меня. Зеленое чучело. Это этот, знаете? Это дементор. Это дементор из Гарри Поттера. Только совсем зеленый. О! Кто это? Это кто-то... милый. Кто-то милый. Опа-на! Погоди. Это, короче, крепота-милота здесь. Эту игру делал очень добрый человек, наверное. Который боится... Ну, как не боится, а не хочет напугать людей. Не хочет обидеть, не хочет там, чтобы у человека сердечный приступ случился. Твою мать, ты за километр от меня был. Как ты меня цапнул? Ладно. Уже экшон пошел. Уже экшон. Уже жара начинает. Так. О! Страшная чашка кофе. Она самая, наверное, пугающая. У нее звук такой прям... Такой. Пугающий. Так, куда идем? Здесь, наверное... Здесь... Это что за... Трэш моим ушам. Кобздец моим ушам. Паучара. Паучара. Смотрите, типа скримеры, они стали чаще появляться. Так, стульчак. Нет, погоди. Нам не сюда. Такую локацию мы уже видели, нет? Стул, да? Походу, да. Мы уже такую локацию проходили. Повторяются.
Ладно. 22 комнаты еще пройдем. 22 комнаты осталось пройти. И все. О! Какая-то лаборантская. Какая-то лаборатория. Так, а чувак за мной идет? Нет? А, нет. Можем осмотреться. Можем осмотреться. Тут кровище, смотрите. Даже кровь добавили. Кровь появилась. Прыгать мы не можем. Тут мозг. А, с мозгом взаимодействовать нет. Погоди, а что делать? Что теперь делать? В смысле? Что за мозг? Ну, мы бить-то не можем. Бить мы вообще ничего не можем. Погоди. Мозги в капсуле. Мозги капсуле. Это, короче, какие-то, не знаю, эксперименты. Знаешь, инопланетные эксперименты, да, здесь проводились. Они обычно держат мозги в капсулах. О! О-о! Компьютерная. Серверная. Наверное, серверная. Чувак за мной не идет. О! Кат-докс! В смысле? Кошка-собака. Кошка-собака, давай нажмем Enter. Модификация, что ли? Модификация дома, что ли? Что это? Спец. Давай нажмем. А, здесь показаны, наверное, эти противники. Да, актив. Гадь. Так, а модификацию? Error. Error. Егор. Так. А, да, здесь показаны, короче, враги. Вот это чепушило за нами. Physical Tearing какой-то. Короче, ладно. Нас ждут вон всякие такие штуки. Ждут всякие вот такие. О, девочка из аниме. Чё-то next. Егор. Ладно. Выйди из программы. Я понял. Только почему-то уже так поздно показали врагов. Окей. Надеюсь, идем правильно. Так. Чувак от нас отстал, походу, да? Ему надоело за нами бегать, он устал. Он понял, что ничего не выйдет. Что нас не догнать. Так, ну, давай, еще что-нибудь новое, давай, что-нибудь новое. Опять мозг, и снова мозг, мы бегаем по кругу, короче, мы бегаем, походу реально бегаем по кругу. Или нет? Или это другой мозг? Это другой, наверное, мозг. О! Белый свет в конце тоннеля. Ух ты. Пунь-пунь. Ладно, пунь-пунь. О! Короче, понятно. Звуками нам говорили, что мы правильно идем. По мелодии, да? Ладно, двигаемся дальше. Стул. Тот запер в темнице стол и стул. Так, тыковка. Не страшная тыковка. Вот как тут можно получить сердечный приступ? Это же... Здесь же мило. Здесь же милота. Просто... Просто ми-ми-ми-ми-ми. Давай еще 5 комнат. 4. Так, куда идем? Идем сюда. Просто бежишь, короче. Знаете, симулятор бега. Симулятор бега по комнатам. Допустим.
О, локет, локет, закрыто. Неплохо. Ну-ка. О, сейв-рум. Сейв-рум, смотрите, котенок доволен. Его, наверное, уже кто-то забрал из приюта, приручил, короче. И вот, смотрите, он вырос и стал спортсменом. Он занялся воркаутом, короче. Окей. Сохраняемся. Ну и на этом будем, наверное, заканчивать, друзья. Вот такой милый мимимишный хоррор. Типа того, что вот. Ну и пишите в комментариях свое мнение об игре. Стоит ли ее дальше проходить. И т.д. и т.п. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И с вами был Валерий. Со всеми прощаюсь. Пока.